пожалуйста, скажи ему код от сейфа. Пожалуйста. Ты совсем велика попутал. Ты вообще знаешь, кто я, а? Тебя в асфальт закатаю. Я не могу. Кали! Кали, я сказал! Ясно. Римка, сделай кофе. Нет, не надо. Спасибо, я на съемку. Это можете уничтожить. Не хочу, чтобы об этом узнала дочь. Нужно акт подписать. Спасибо, вы мне очень помогли. Да помог он тебе. Помогли? Я подаю на развод. Инесса, постойте! Я бы не принимал решений сгоряча. Павел, ваша работа окончена, а в консультации психолога я не нуждаюсь. Вы что, прям так стремитесь разрушить свою семью? Послушайте, я дарю Роману свободу. Для него же семья – это обуза, кажется. Но не надо мучиться, пусть будет счастлив. Ну, только не с той особой. А мне так не показалось. Поверьте. Поверьте моему профессиональному опыту. Эмоционально зависимые люди, они ведут себя иначе. Что не так с моим мужем? На свиданиях с этой дамочкой он чувствует себя словно каторжник. Что-то вынуждает его на измену. Кобелиный инстинкт, видимо. Вы 10 лет прожили с бабником и только сейчас об этом узнали? Вы сами-то в это верите? Я верю в то, что видят мои глаза. Они иногда лгут. Если вы готовы сохранить семью, я попробую вам это доказать. Что Рома не изменил? Что семья для него не пустой звук. Согласны? Пробуйте. Догнали? Знаешь, мне иногда кажется, что клиенту лучше вообще ничего не знать.
Ну, тогда у нас работы бы не было. Чего? Здравствуйте. Добрый. Павел. Вячеслав. Очень приятно. Ну, рассказывайте, что вас, так сказать, привело. Понимаете, дело в том, что у меня пропала любовница. Алена Румянцева, маникюрша салона «Порода». Ну, вот ее фотография. На телефон не отвечает, дома и на работе не появлялась. Я хочу ее найти. Любовница, значит, говорите, да? А муж у нее имеется? К сожалению, имеется. А он что, ее не ищет? Послушайте, про мужа я ничего не знаю. А как давно она пропала? 3 дня назад. В полицию заявили? Послушайте, ну какая полиция? Я же вам сказал, я любовник. А где вы с ней, так сказать, встречались? Так это, ну, у нее дома, когда, да, когда муж был на работе, вот. Понятно. Приметы особые на теле есть? Особые? Ну да, там родинка на груди, может быть, шрам на спине. Нет, да, вроде ничего я такого у нее не замечал, нет. Ну хорошо. А, значит, мне нужно от вас паспорт. Погодите, а это еще зачем? Ну как, договор составить. Рим. Не-не-не, давайте, вот обо всем условились. Руки пожали, мне расписка, больше никаких бумаг. Хорошо? Ну, в таком случае я вынужден вам отказать, потому что я работаю только с договором. И... Понимаете, у нее был еще кто-то третий. Вы муж и... Да, вот именно он Алену куда-то и дел. Понимаете, я не могу официально заявить об исчезновении. А вас мне очень рекомендовали. Послушайте, я могу хорошо заплатить. Вот. Поможете? Будете работать с этим типом? Угу. Тот, кто меня ему порекомендовал, высоко сидит. Я когда-то ему помог, видишь, не забыл. А в нашем деле, Рима, такие связи игнорировать нельзя. Зря. Этот Вячеслав какой-то мутный. Мобильный оформлен на левого абонента, а любовница ничего не знает. Ну, слушай, может, он боится сказать лишнее. Клиент с такими часами, желающий остаться инкогнито, либо бизнесмен, либо политик. Но я раньше его почему-то не видела. Правильно, потому что он не местный. Обратила внимание, как он диктовал мобильный после префикса? Нет? 11-08-357. Двузначное, двузначное, а затем трехзначное. А в Москве или в Петербурге зачитывают иначе. Сначала трехзначное, а потом 2 двузначных. Ну зачем же ему скрывать что-то об Алене? Ну, может быть, он ее убил. Как так? Вот так, во время ссоры, в состоянии аффекта. За что? Требовала признать будущего ребенка, там, бросить свою мымру. И он ищет любовницу для отвода глаз? Делаешь успехи. Ваша версия маловероятна. Дерзишь. Смотри, Римка, твой испытательный срок еще не кончился. Я просто считаю, что Алену мог убить ее муж. Он узнает об измене от соседки или от подруги. Находит жену дома, скандалит, она в ответ на него наезжает. Он, хватая первое, что попадает под руку, оп, Алена мертва. Красиво. Тебе, Рима, детективы надо писать. Значит, завтра поедешь в полицию и выяснишь, не поступало ли заявление от мужа. Это многое прояснит. Слушаюсь. Хватит, поездка чуть. Павел Сергеевич! Павел Сергеевич, у меня мысль появилась. Римка, давай все мысли утром. Я старая, больная ящейка и нуждаюсь в досуге с увлекательной книжкой и бокалом коньяку. Но есть вариант прикольней. Ну, давай, удиви меня.
парк аттракционов. Что? Ну, представьте, американские горки, колесо обозрения, катапульта. Я должна была с подружкой пойти, она не смогла, а я боюсь. Римка, где катапульта и где я? Ну, Павел Сергеевич. Все, давай, иди, отдыхай. Давай, давай. Ладно, через 2 часа я тебе позвоню, хорошо? Седьмой раз уже. Ответил бы? Да ты понимаешь, я... Спасибо. Договорился с ней о встрече. Пришел домой, туда-сюда. Голова работой забита, новое дело. И забыл. Негодяй. Короче, Паша, не морочь ребенку голову. Объясни популярность, что ты убежденный бабой, вот и все. Я думаю, ты объяснишь своей племяннице, ну, как-то по-родственному. Да, удобно ты устроился, Паша. А как ты себе это представляешь? Римма Борисовна, я смотрю, вы ко мне неравнодушны. Но у вас нет шансов, потому что я женат на работе, моя супруга сбежала из-за этого. Не хочу делать вас несчастной, так что ли? Не поймет. Не то, что не поймет, она обидится, злиться будет потом. Ну хорошо, заберу ее к себе. В уголовный розыск, как планировал. Обойдешься, товарищ полковник. Я полгода искал хотя бы вменяемую. Римка молодец, правда, на испытательный срок за 3 дня прошла. Только я об этом не говорил, ладно? Почему? А развяжешь руки? Нам же уже мало. Роль просто помощницы. А что же нам надо? Как же? Быть полноценной напарницей. Да. Доказать, что незаменимо. Мы всегда рядом. В интернете, так сказать? Пару сумм. Добрый вечер. Твой, что ли? Да. Прям часы по нему сверяй. Ну ладно, работы не мешаю. А по поводу Римки, потом мы серьезно. Нужен тебе такой геморрой или нет? Ладно, давай. Повторите, пожалуйста. Вас не затруднит переключить на 8-й канал? Благодарю. В 23 года он заработал свой 1 миллион. В 25 стал директором крупного банка. Сейчас председатель правления финансовой группы «Финанглин». Встречайте, Александр Павлов. Здравствуйте, Александр. Добрый вечер. Очень рад вас видеть в нашей студии. Долго мы за вами гонялись. Несколько месяцев. Никак не давали. Еще. Если бы меня сразу показали, я бы сдался гораздо раньше. Нам было сразу стать моего интервьюера. Тогда бы все занял бы гораздо меньше. Итак, первый вопрос я задаю тебе. Кайфовая, да? Александр, а каким было ваше первое? Как прям, ух, кровь с молоком. Именно. Какими качествами должна обладать женщина, чтобы понравиться личному вам такому мужчине? Сделайте звук погромче. Да, конечно. Сделай. И мне рюмочку водочки налей, пожалуйста. Хорошо. Понятно теперь, почему она в телеке. Какие у нее выдающиеся данные. Молодой человек, вы придержите свой язык. Ну, что такое? Вы говорите о женщине. Ты же отец, что ли, родной? Я ей муж. Ты слышал? Муж. Муж. Если ты муж, то я президент Уругвая, а муж объелся груш. У нее, небось, каждую ночь. То актеры, то банкиры, то коммерсанты, то... Поаккуратнее, пожалуйста.
Нет, теперь ты погодь. Молодой человек, успокойтесь. Ребята, потише, пожалуйста. Что такое-то? Охрана! Ты меня извини. Перебрал, лишнего занесло. Я думал, ты мне заливаешь, что ты женат на Годуновой. Счастливчик. Слушай, давай я тебя домой на такси отправлю. Звезде нельзя нервничать, она ждет, наверное. Да никто меня не ждет. А что вы? Поссорились, что ли? Дом никого нет? Меня нет. Ни для жены, ни для дочки. Пшик. Все ты правильно сказал. Да брось! Наверняка твои девчата гордятся тобой. Да было бы чем гордиться. Я сплю со своей начальницей. О как? Зачем? Я не знаю. Я когда из окон прыгал, не так стрёмно было, как сейчас. С каких окон? Кино. Я постановщиком трюков работал. У меня студия своя была. Потом каскадёр мой разбился. Ну и добрые люди начали меня прессовать, студию отжали. Я год пил. Работу найти не мог. Ну и Несса, ясное дело, начала напрягаться. То алкоголиком, то неудачником назовет. За ней дочь повторяет. Разводиться собирались. Я без надёги к товарищу в офис сунулся, а там, ну представляешь, дочь главы компании влюбилась. Ну вот. Перспективный менеджер. Повышенная зарплата, карьерный рост. Одним словом, мерзко. Ты куда? Домой. Ты же не собирался. Ну что мне, тебе жалеть? Сидишь тут, сопли распустил. Ты даже не представляешь, как тебе повезло. У тебя жена красавица, дочка, работа любимая. Это же мечта детства каскадером быть. Сам все зароешь, если себя в руки не возьмешь. И к чертям собачьим этот офис не пошлешь, понял? Постой. Пошел ты, перспективный менеджер. Инесса, доброе утро. Ну, как у вас с Романом дела? Здравствуйте, Павел. Да, до утра проговорили. Во всем признался, сказал, что сегодня уволится из офиса. Соберет команду, будет брать кредит на новую студию. Ну, а вы? Вы-то что решили? С выводами по поводу своей личной жизни. Дала ему шанс. А, хорошо. Удачи вам. Спасибо, Павел. Я на самом деле вам страшно обязана. Спасибо вам огромное. Всего хорошего. О, до свидания, хорошего дня. О, Римка. Привет. Доброе утро. Что там по окружению, Румянцев? Муж Евгений Зюзин, установщик охранных систем. Заявил жены нет, когда будет, не знает, был раздражен, быстро повесил трубку. Странная эта пара, да? Красавица и тюфяк. Несколько дней назад Алена одновременно удалила все аккаунты из соцсетей. Угу. Планировала удрать. Билетов на ее имя куплено не было. В день исчезновения звонила только мужу, он был в садоводстве. Подозрительный этот Зюзин. Надо будет с ним пообщаться. Если хоть какой-то малейший намек, что он убийца, нужно сразу в полицию. А ты куда? К Зюзину. Не, Римка, я сам справлюсь. Тем более, двое незнакомцев вызовут больше подозрений. Согласна? Да, вы правы, надо разделиться, поеду в салон Алены. А подожди, подожди, это тоже не обязательно. К тому же у тебя не такой уж большой опыт в оперативных мероприятиях.
Правда? То есть, когда удобно, опыта у меня вагон. Телефоны пробить, с полицией пообщаться, найти следы человека в сети, да? А когда ходим до основной работы, молчит и секретарша. Знаете, я не против, но тогда имейте в виду, в моих должностных обязанностях про сыскную работу ничего нет. Вы уж определитесь. Рим, прости меня, Рим, что не смог составить мне вчера компанию. Правда. Мне американских горок на работе хватает. Готов искупить вину ужином в ресторане? Идет. Отметим окончание нашего сотрудничества. В смысле? В смысле, дядя меня к себе давно уже зовет, а уж в МВД будет возможность карьерного роста. Рима, это шантаж. Ты знаешь, у меня сейчас на работе завал. Знаю. И не смей светить корочкой агентства в салоне! Здрасте. Здравствуйте. А вам кого? Меня зовут Павел, я из салона красоты. Вы бы не могли мне позвать Алену? А я вашему уже говорил, ее нет. Да? А не знаете, где она? Я не знаю, может, к брату в Сольск уехала, так что... А вы не подскажете, когда она вернется? Слушайте, она мне не докладывает. Да. Все хорошее. Вы понимаете, Алена взяла папку, зеленую такую, а в ней материалы... по повышению квалификации с одного там международного семинара. Она мне очень, ну, вернее, нашим маникюршам из салона не могли бы мне ее отыскать. Нужна просто до зарезу. Ну, давайте поищем. Благодарю. Зачем она ей? Она же у нас теперь без пяти минут директор, а не просто обычная маникюрша. Ну, она ее давно брала. Скажите, пожалуйста, а вот это вот ее работы, да? М? Работы ее? Да, ее. Ничего себе. Красота какая. А почему камни тут разные? Они наверняка ведь что-то значат каждый, да? Аленка просто верит во всю эту астрологическую чепуху и подбирает камни под каждого человека, там, под год рождения, под характер. То есть вот эти все фенечки она делает только близким людям, ну, да? Типа того, да. Так говорят, правильно. Талантливый человек, талантлив во всем. И что бы она делала со своим талантом, если бы не столичная прописка и квартира? Позвольте, я тут с вами не соглашусь. С ее энергией она рано или поздно все равно стала бы работать у нас. Зачем? Зачем? Ну вот работала на первом этаже, прекрасница. Все же нормально было. Нет, нужно было к вам в элитный салон перейти, да? Где каждый клиент думает, что он бог и считает маникюр своей собственностью, да? Все, извините, молодой человек. Нету папки, все. Извините, я просто на электричку опаздываю. Здравствуйте. Здрасте. Ой,
А вы кого ищете? А я частный детектив. Расследую исчезновение Румянцевой Алены. Вы не знаете такое? Так это же соседка моя. Да. Алена, да. Сбежала от этого паразита, да. Это вы про Зюзина? Почему паразит? Она крутится, а этот один день работает, а три дня дома лежит, пиво сосет. Ага. И этот футбол до ночи по телевизору орет, да. И окурки на лестнице бросает. А тут еще подключился к интернету, так у меня свет стал пропадать. Скажите, пожалуйста, они с Аленой часто ссорятся? О, еще бы! Как с таким мирно проживешь, а? Вы не припомните какую-нибудь такую последнюю мощную ссору? Фиксируй. Фиксирую. Значит, месяца три назад проснулась ночью. Крики за стеной. Женька Зюзин вопит. Скажи, кто твой кошелек и где он живет, я все равно узнаю. Алена рыдает, кричит полицию вызову, а потом хлоп дверью выскочила, а Зюзин-то за ней. И так до утра и не появились. Так, запиши. Показания дала Галина Сергеевна Страшко. Галина Сергеевна. Вы знаете, сейчас в тренде сложные техники самбре. Мы можем с вами взять такой оттенок и такой и скомбинировать их. Веселенькие. Оставляем? Давайте. Спасибо, что давайте ручки. А я вас раньше не видела. Я недавно тут работаю. Ай! Простите. Вообще-то я к Алене записывалась. Кажется, ее так зовут, да? Да, Алена. Хороший мастер. Мне сказали, что она в отпуске, но почему-то не говорят, когда она будет. Может быть, у нее что-то случилось, не знаете? Пропала. Не вышла на работу, на мобильный не отвечает. Какой ужас. Прям так жалко. И она добрый, чуткий человечек. У нас тут все ее любят. Катя, кроме что, этой. Почему клиентка на тебя жалуется? Зоя Андреевна, я сделала все, как она говорила. А кто она? Управляющая. Зоя. С Аленой вместе в школе училась. В своем Сольске. За что же она так Алену не любит? Не знаю. Что случилось? Люба, ты опять урон считаешь? Да ничего страшного, я сама виновата, дернулась. Еще одна жалоба, и ты на улице. Может быть, чай, кофе? Нет, спасибо. Ее хотели директором назначить, но месяц назад хозяин внезапно передумал и назначил Алену. А что же произошло? Говорят, что любовник Алены надавил на хозяина. Наш клиент. Мужчина? Артист, что ли? Чиновник. Вроде как с Аленой они земляки. И Зоя постоянно на Алену кричала, угрожала ей. И Алена после этого исчезла. А хозяин назначил директором Зою. Думаете, управляющая причастна? Это может. Она карьеристка. Ей наплевать на людей. И ради своей выгоды она пойдет на все.
Михаил Сергеевич. Если бы я знала, что мой улов произведет на вас такое впечатление, я бы осталась в офисе перебирать бумажки. Да нет, Римка. Ты молодец. Умничка. Это я просто, понимаешь, пытаюсь все сложить в один пазл. С одной стороны, у нас ревнивец муж. С другой — соперница по работе Зоя. И те еще преследователи на корыте. Как это все связано, неясно. Не обязательно, чтобы все сходилось сейчас. Может, нужно подождать? Например, в компании с барышней и бокалом чудесного вина. Ну, ты права, права. Выводы, конечно, делать рано. Мало у нас информации. Но главный подозреваемый – муж. Зюзин, конечно, себя ведет крайне подозрительно. Заявление собственной жены, пропажа, так и не подал, как ты выяснила, да? Врет, что жена в Сольске. Хотя ее там нет, верно? Так сказал Аленин брат. Вот. Соседка эта, которая слышала ссору. Алена грозилась полицией. Ну, возможно, Зюзин догадался о любовнике, ударил ее. Если это подтвердится, то в состоянии эффекта, конечно, он мог ее прикончить. Знаешь, что нужно сделать? Нужно проверить, не подавала ли Румянцева заявление в полицию. Ты можешь узнать об этом у дяди, хорошо? А кошелек этот, о котором допытывался Зюзин, наверное, и есть тот самый чиновник, который приезжал в салон. Вячеслав, наш заказчик? Нет, я думаю, заказчик, он по доверенности чиновник. Помнишь, как он путался в деталях романа Румянцевой? Нервничал? Но я не думаю. Кто этот чиновник, непонятно. Спасибо. Павел Сергеевич. Что? Вы не искупили вашу вину за вчерашний проступок, но у вас есть последний шанс. Что ты? Ну нет, Рим. Да. Нет. Да. Павел Сергеевич. Простите, у меня правда нет времени. Да я буквально на 5 минут, не больше. Об Алене ничего не знаю. Вы же одноклассницы. Кто вам сказал? Один доброжелатель. Муж? Он заказал расследование. Вы его знаете? Никогда не встречались. Нет, это не муж. Кристина, а что у нас, сисадмин в отпуске? Я ничего не знаю, чтобы он через час был на работе. Все. Разрешите, я вам помогу с компьютером. Разбираетесь? Приходится. Буду благодарна. Что, не говорите? Ну, а вдруг вы от конкурентов? Да нет. Матвей, доброе утро. Выспался? А что так? Почему не работает система, которую ты вчера установил? Ты предлагаешь это партнерам рассказать? Мне надоели твои вечные оправдания. Если ты забыл, напомню, последнее предупреждение у тебя уже было. Меня это не волнует. У тебя нет времени, бегом на работу. Спасибо, в ваших услугах я больше не нуждаюсь. Странно, что вы скрываете приятельство с пропавшей ее мужем. С Румянцевой никогда близко не общались, только по работе, это все. Зоя, ваше молчание – лишний повод для подозрений. Подозрения были у меня, и они оправдались. Нельзя доверять человеку, которому платят за копание в грязном белье.
таких совести нет. Простите, у меня встреча. Зой, предлагаю обсудить это за порцию отменных хинкали. Тут рядом грузинский ресторан. Думаю, тут нечего обсуждать, тем более мой муж будет против. Приятного аппетита. Иди сюда, рубашку снимай. Мы с тобой на «ты» без брудершафта перешли. Тебе еще и стриптиз подавай. Нашел время шутить. Вообще-то нужно в больницу швы наложить. Не надо ни в какую больницу швы. Шрамы украшают мужчин. Да, вот так вот положи, да перебинтуй. Ты сама как? Дышу, как видишь. Но синяки от его ручища останутся. Да. Синяки синяками, в полицию надо позвонить. Не надо. Почему? Ты что, знаешь, кто это? Не знаю. А почему ты не хочешь заявить в полицию? А? Боюсь. У тебя что, враги есть? Есть недовольные, но чтоб хватать, нет. Это как-то может быть связано с Аленой? Ну, а что еще могут быть? Правильно. Просто знаю этих дружков, они следили за мной с того момента, как я взялся за дело Румянцева. Вывод? Какой? Ты знаешь, куда она могла деться, где она прячется? Да не знаю я ничего. Зоя, вспоминай, друзья, родители, любовники, где она может быть? Родители у нее умерли, друзей в Москве нет. А ты? Я никогда с ней близко не общалась. Пару раз она позвала меня на день рождения, как землячку. Все. Хорошо. А любовник? Кто он? Я без понятия. Отпросишься с работы, поехали. Домой я тебя провожу. Страшно. Что страшно, у тебя дома муж? Нет, у меня муж никакой. Ясненько. Ну, я тогда у тебя на ночь останусь. Буду твоим телохранителем. Заводи. Тебе лучше сейчас исчезнуть. Возьмешь отпуск за свой счет. Есть куда ехать?
Да, в Сольск, к знакомым. Отлично, вот там тебя как раз никто не найдет. Поехали, я тебя на вокзал отвезу. Подожди, мне их предупредить нужно, и поезда туда не каждый день ходят. Еще вещи собрать, у меня завтра несколько встреч, неудобно. Неудобно? А если с тобой что-нибудь случится, удобно будет? А пересидеть не у кого, что ли? Есть у меня один вариант. Машенька, наконец-то. Рад тебя видеть. Взаимно. Совсем не изменился. А ты вот я смотрю, Валерий Петрович, за 3 года ты прям подтянулся, окреп, молодцом. Хожу в прежнюю форму. Принимай подарки. О, ну зачем так много? У меня все есть. Любая пища для тела и души. И курить я бросил. А, знакомьтесь, Зоя. Здравствуйте. Очень приятно, как раз к обеду, давай. Не-не, Валерий Петрович, я сам молчи, все... вы гости. Точнее, беженцы. Чему, признаться, я очень рад. Падчерица меня не очень жалует. А? Бывает раз в год, других родственников не имею. Тоска смертная. Валерий Петрович, мы не просто пожаловали прятаться. А что еще, сканворды разгадывать? Я хотел спросить, Валерий Петрович, с вашим мощным талантом аналитика и огромным опытом полковника службы внешней разведки, помочь мне с одним расследованием? Ну, талант у меня действительно мощный, только на пенсии в холостую крутится. Ну, связи достались? Информация нужна. Так и говори. А то талант, талант подлизался. Входите. Да. Валерий Петрович. Так. О, спасибо. Присаживайтесь. Уснула. Неудивительно. Такое приключение. Не нравится она мне. Точно Румянцева что-то знает. Не зря скрывает свою дружбу с ней. Конечно. Павел Сергеевич, трясти ее надо. Но не сейчас же. Ждать, пока она выспится, она завтра уедет. Что ты предлагаешь мне? Запереть? Ваше дело. Но одного мы уже упустили. Кого? Зюзина. Знаете, что мне в полиции сказали? Что? 3 месяца назад Алена написала на него заявление. За что? Он ее избил. А, вот скандал, который слышала соседка. Именно. Но по какой-то причине потерпевшая свое заявление забрала. Почему, интересно? Вот у супруга и спросим. Я знаю, где его искать.